С 3 декабря в Мариэл проходит декада инвалидов. Это особенная неделя в году, посвященная людям с ограниченными возможностями здоровья. Как и по всей стране, в республике прошло уже множество мероприятий, участниками которых стали люди с инвалидностью. А одним из главных событий стала встреча с Юрием Зайцевым в Театре оперы и балета имени Эрика Сапаева. Глава региона рассказал в том числе о том, какие меры поддержки действуют сегодня в республике. Социальная поддержка людей, имеющих особенности здоровья, это приоритетный вопрос работы правительства нашей республики. Благодаря нашей совместной работе улучшается материально-техническая база организации социального обслуживания республики. Успешно реализуется система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Система комплексной реабилитации инвалидов. От всей души желаю, дорогие друзья, неиссякаемой жизненной энергии, удачи и благополучия, а самое главное – веры в свои силы и осуществление, конечно же, всех намеченных планов. Каждый из людей с ограниченными возможностями здоровья достоин большого уважения за стремление к активной жизни, отметил глава республики. Но есть и те, кто заслуживает особого признания. Среди них Тамара Семеновна Григорьева, 17-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам. И в свои почти 85 она снова готова брать золото. Юрий Зайцев вручил легендарной спортсменке благодарственное письмо и сертификат на участие во всероссийских играх по лыжным гонкам среди ветеранов в Сыктывкаре. Я рождена для лыж, наверное, я так думаю. Я, знаете, столько травм получила, я люблю лыжи, я не могу. И вот утром встаю, что-то такое, раз на зарядку надо, на тренировку надо. Я живу, просто живу. Хотя мне сделали протез, поставили на ногах. И на руках у меня протез все-таки, на лыжне это все случилось. Несмотря ни на что, я очень волевая женщина, вроде целеустремленная. Я тренируюсь, я бегаю, я живу. Если я где-то не хожу на тренировку один день, я больная. Представляете, это веду здоровый образ жизни и хочу, чтобы все занимались вот так. Заслуженные награды и благодарности вручили и тем, кто каждый день помогает людям с инвалидностью, сотрудникам медучреждений и общественных организаций.